В Орле на широкую публику показали инклюзивный спектакль-концерт. Сценой стала площадка перед КДЦ «Металлург». Зрителями были жители Северного района. Поздравить артистов пришла руководитель областного департамента социальной защиты населения. Я хочу пожелать всем нам, всем вам, чтобы ваши дети были здоровы, счастливы, чтобы было хорошее настроение, чтобы в ваших семьях царил мир, любовь и тепло. В спектакле приняли участие дети с особенностями развития, а также воспитанники танцевальных студий ДК. Талант не имеет преград, говорили участники концерта, ведь все дети равны. Во время концерта была вручена премия Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Родительское спасибо.